Метод подсматривания хорош не только в эпизодах. Он даже может формировать сюжет. В этом году на Кубке Содружества метод в своем развитии достиг апогея, а музыка Эдварда Грига только помогла самораскрыться Йозефу Сабо и Ивану Щекину. Ну еще раз, ребят, веселее тут, пожалуйста. Как можно веселее играть. Номер 17. Пора мяч показать, мяч. Вот и все. Пошел, Боря, ходи. Ходи, Боря. Вниз, мяч, вниз. Опять начало тот же самый, все ясно. Ну, Дима, встань на место. Я тебя сейчас сниму! Андрюш, скажи, что ты один. Так, давай мне этого самого. Заменим Русаков, на что же делать, ушел. Вот только будет руководить. Иди сюда, Шевченко! Иди сюда! Что за разговор у тебя там? Пошли, пошли, Олег! Пошли, Олег, пошли! Пошли, Паша, Паша! Да не из-за меня! Полняй, блядь, все! Можно терпи! Витя, ты пол команды отрезал! Сын, комедия, что он делает? Ну, комедиант. Да, милые защитнички, конечно. Да, вот меня твою мать! А мячи нам должны забивать, а? Я понимаю, он же такой пижон. Ну что мы можем с ним сделать? Ну, накажите. Вот зритель пришел на него смотреть же, не на меня же.